Кто хвост? Кто хвост? Кто любит делать свинальника? Кто любит? Кто любит? Давай я тебя пощекочу. Пощекочу. Толстый хвост. Толстый хвост. Кто? Кто кусаться хочет? Кто? Кто такой толстый, толстый, толстый? Кто такой холёсий, холёсий, холёсий? У кого пузико такое? Холёсия пузико, моё любимое. Да, ой, какая большая, большая, большая уже носуха. Да, которая любит, чтобы её чухали носуху такую, да? Такая холёсия. Массаж для носухи. Держится одной рукой. Кто бы мог подумать, что носухи бывают такие ласковые. Опа, опа. Шарик. Вот тебе надо быть, как Сеня. Да. Иди, иди я тебе тоже. Иди, иди животик тебе тоже почухаю. Иди. Шарик. Ну. Ну, смотри, как Сене хорошо. Иди. Иди, я тебя тоже почухаю, почухаю. Ну, иди, иди, иди. Иди, мой хороший. Иди. Сеня. Сеня, не пакости. Сеня. Ты какие обезьяны? Обезьянки? Да. Ну, сейчас я хочу. Ну, не кусаем. Иди. Так, Сеня, не пойдь камеру. И так она уже показывает, не пойми как, с вами. Люди не могут понять, скажут, что такое с камерой, да? Что такое с камерой, почему качество 720? Я чувствую, скоро качество будет 240. Потому что каждая вот такая носуха. Каждая обезьяна. Каждый шурик, шарик. Так и норовит, чтобы залезть в камеру. Да? Ой, все, растаяло. Сенька растаяла. Да? Ой, руки лежат. Ну, может, будем... Ну, не лезь в камеру. Все, поплыла Сенька. Аж пищит. Шарик. Может, будем контактным енотом? М? Кто видел носуху, которая впала в транс? Это Сенька. Да? Пищит. Вообще, Сенька удивительная носуха. Просто удивительная. Что, еще? Еще потюхать? Да. Ты медведь. Ты медведь. Ты медведь. Покупать надо медведя. Покупать. Да. Покупать. 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 А где обезьяна? Не, вот она. А что они там лежат? Лежат. А зачем? Кровати. Это кровать? Да. Это пол. Это пол? Да, что у тебя обезьяна на полу? Ты их посадила как ту самую, как Люсю, да, чтобы по полу бегали. А ты с чемоданом? Что? Ты далеко собралась? Да, далеко. Далеко, да, ты в путешествие, то бабушка путешествовала с дедушкой, а теперь ты поедешь? Да. В путешествие, в чемодан все положила? Ну, хорошо, есть. Да, все положила в чемодан. Слушайте, у нее даже вот взгляд стекленеет. Ну. Что, скажи, не отвлекайся, скажи, мама. Да. Кто-то тоже мне там написал, я не могу, когда животных, ну, вот вы себя отождествляете, что с их с родителями, говорите, мама, папа. Привет. А мы можем. Привет. У нас все дети. Привет. Привет. Я рыбка. Ты рыбка? Ты моя рыбка. Я быстро плаваю. Ты игрушку принесла новую, да? Да. Рыбка Дори из мультика. Ну.
Что такое? Ой, какой хвост. Шарик. Лапочками. Ой, что, боже ты мой. Ты мне массаж делаешь? Я делаю Сене, а ты мне? Сенька, такая мохнатая носуха. Холёсия, мохнатая носуха. Ну, у кого глазки закрываются? У кого нос любимый? Кто у нас самая лучшая носуха в мире? Это Сеня. Все, кто к ней, и Витя, и Ляля, все от Сеньки без ума. Ну? Да? Потому что таких носух не бывает, даже среди контактных. Вот Соня тоже контактная, но это совсем другая история. Сеньке именно нравится общение с человеком. Вот она их все, и хвост положила. Это высшее доверие. Что она? Хвост. Да? И сама сидит в углу такая толстая. Халёся. Я не могу. Как я тебя люблю. Хватит спать. Что, еще? Еще? Чухать надо, да? Не уходить, не бросать. Ой, хвостом обнимаешь? Ангелина, ты любишь Сеню, Соню? Опять ты у нас лохматая, да? Лохматая опять. Где дедушка? Не знаю, пошли искать. Да. Не могу найти. Не надо кусать меня. Не надо меня кусать. Ты должен быть добрым, Шарик. Ой. Там песня какая хорошая. А ну, Ангелина, давай эту песню петь. Нам очень нравится этот YouTube-канал «Музыка вместе». Не бойся. Давай петь. Ла-пам-пам-пам-пам. Чего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Своё призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Эта песня очень подходит к парку. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Смех и радость мы приносим людям тоже подходит. Да. Мы возьмем с тобой самокат, поедем по парку, будем петь.
Наши крылья великаны, наше небо, небо голубое, наше счастье жить такой судьбою. Наше счастье жить такой судьбою. Кто-то говорит, там Вадик не поет. Вадик, кстати, что-то и не поет сейчас. А мы любим лучше нету, чем дарить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ура! Так что, друзья, открывайте. Музыка вместе. Давай еще. Еще? Давай. Ну, сейчас уже не на камеру будем еще. Сейчас будем.